Привет, привет, ребята, добро пожаловать! Мы с вами вернулись в наш отсутствующий кислород, а точнее в игрушку Oxygen Not Included. И сегодня я предлагаю посмотреть, что у нас тут будет происходить дальше, что у нас здесь будет интересненького, и вообще, как будет развиваться жизнь нашей колонии, ну и вообще всякие интересные ништяки. Напоминаю на всякий случай, что игрушка доступна в Стиме, это альфа-версия, стоит $13, по-моему, 12,59. И, в принципе, пока что, как видите, это у нас ранняя версия, она у нас только на английском языке, но мы будем с вами пытаться разобраться в ней, пытаться что-то здесь сделать, и будем вообще развивать нашу колонию. Я вам хочу сразу сказать, что я записываю эту серию после первой, то есть как бы я первую записала, выпустила на канале, много интересных советов написали ребята, за что вам большое спасибо, и я решила, что игрушка мне слишком понравилась, и я хочу играть еще, поэтому, ребят, мы сегодня записываем, наверное, даже не одну серию запишем, поэтому если вдруг будете писать какие-то советы, я их не смогу выполнить сразу же после предыдущей, ну, то есть после второй, там, третьей серии, то не обижайтесь, пожалуйста. Я вас просто заранее предупреждаю, что, скорее всего, может быть, запишу сегодня несколько роликов. Потому что это мне реально очень понравилось. Ну что, поехали. Нажимаем play. Ну, паузу отжали. И нажали play. Так, значит, в прошлой серии мы с вами поняли, что у нас наши ребята не могут спать вместе, просто потому что у нас... Есть некоторые товарищи, кто храпит. Они храпят, и из-за этого мы с вами не можем нормально здесь выспаться. Во-первых, что я хочу здесь сделать? Я хочу вот это все выкопать. Я хочу здесь все выкопать, и нам нужно будет, знаете, что с вами построить? Я бы, в принципе, хотела... Так, код наш как-нибудь... Его можно, интересно, перемести? Disable building, deconstruct. Ну, давай уберем... Давайте уберем вообще вот эти все наши коты. Я бы хотела вообще им построить, типа, отдельный... Отдельного домика, что ли? То есть отдельных комнат для каждого из наших спящих. Так, деконстракт. Все, это мы все удаляем. Значит, они у нас как-то разбежались. Один у нас здесь бегает, восстанавливает энергию. Тут нам не хватает. Я смотрю, что no wire connected. А почему у нас no wire connected, если мы с вами его вроде как ставили? Так, wire. А, блин, ребят, сори. Господи, не заметила. Не заметила, что здесь у нас оказывается... Блин, убрали как раз, когда у нас этот самый... А что такое? А вы решили здесь лечь поспать? Или вы просто... Вы живы, здоровы? Блин, ребят, так... простите, конечно, пожалуйста. Я понимаю, что мы с вами убрали же эти самые... Убрали кровати не тогда, когда нужно было их убирать. Я знаю, что вы сейчас не выспитесь. Не переживайте, мы построим сейчас и вам и крутые комнаты для сна. И вообще много чего интересного. Только выспитесь, ну, хоть немножечко, где-нибудь в другом месте. Так, здесь у нас, кстати, добыча воды, как вы помните. А, почему? Unreachable. А, смотрите, сюда мы, получается, вообще не можем попасть. А как же мы можем здесь... Нам, наверное, нужно сюда опускаться как-то. Так, ну давайте ускоримся, ладно, чтобы у нас прошла скорее ночь. Хотя они же не выспятся. Они же будут храпеть друг другу. Да, я, ребятки, сразу только после записи, когда остановила ролик и поставила его на рендер, поняла, что они же у нас не высыпаются, потому что у нас тут много храпящих. Так, пожалуйста, достройте вот здесь. У нас еще есть еда, здесь ноль. Здесь 10. Ну хорошо, здесь еда у нас есть, здесь тоже 0. Окей. Так. Сейчас нам нужно... Я хочу вот здесь поставить. Значит, что у нас тут есть? Что нам нужно? Пламбинг нам пока не нужно. Medicine. Oxygen у нас есть. Base. Тайлзы мы с вами обязательно поставим. Стейшены, слушайте, а где... А, power. Нам нужно tiny battery. Нам обязательно нужно tiny... Куда все отправились? Вот здесь я бы хотела поставить батарейку, чтобы наши ребята не должны были все время крутиться. Значит, мы ставим батарейку и вот так ее подсоединяем. Так, и, кстати, нам что еще ребята написали? Нам нужен storage. Нам нужен storage, но где мы его сейчас будем с вами искать? Это нам все не нужно. Furniture, floor lamp, массажный тейбл, понятно. Станции, суперкомпьютер, понятненько. Компост, ясно. Аутхаус, они уже устали. Слушайте, а где же у нас этот самый? У нас, в принципе, есть какой-нибудь сторидж? Сторидж-комп, во, у нас есть сторидж. Но у нас, я смотрю, ребята очень уставшие. Пришли, потоптали. Я хочу здесь все-таки, вот в этой части закончить. Закончить, здесь у нас будет наша спальня. То есть вот это у нас будет спальный этаж, скажем так. Так, кислород у нас есть, они пошли, потоптали. Знаете, а мне кажется, что storage мы можем здесь поставить. Давайте вот здесь разместим этот самый тайл. Отлично. И потом здесь поставим сверху storage. Ага, пока нельзя. Ну, вот тут тогда.
У нас же получится это сделать. Так. Ага, энергию мы получили. Так, ну у нас здесь пола не хватает. А пола мы здесь тайл с вами поставим сейчас. Есть. Вот так сделаем. Хотя мы сейчас ничего здесь сделать не сможем. Так, отличненько. Делаем, делаем. Так, ребят, вам нужно сюда не отвлекаться. Нам нужно это сейчас с вами убрать. Понятно. Ага. Типа сейчас вы сюда можете долезть. Давайте вот это кэнслим. Кэнсел пусть будет. Как-то они у нас, смотрите, странно бегают туда-сюда. А, во, водичку стали собирать. Водичку это хорошо, но нам вот это все нужно разместить. Нам нужно бы батарею все-таки поставить. О, сторидж! Сторидж у нас появился, да, спасибо, ребят, всем, кто написал. Блин, у нас туда бутылка упала. Как бутылку забрать? Кто бутылку-то заберет? Unreachable. У нас кто-то, помню, мог плавать. Вот если бы пловец туда бы смог отправить. О, сторидж! Значит, теперь мы можем все это собирать, правильно? Вот это можно все пособирать. Спать вы хотите? Блин, я понимаю. Черт, это печально. Они у нас по очереди бегают. Нам бы здесь и массажную комнату бы разместить, и вообще кровати. Так, этот я смотрю... Подождите, по-моему, вот этот у нас чувак, он был... У нас хорошо плавал, не? Tired, holding breath. А, смотрите-ка. А вот это нехорошо, что он holding breath. Нам тут есть вообще? Хватает водоросли? Угу. Окей. Так, мы с вами сейчас, надеюсь, батарея очень долго ставится, как видите. Батарея ставится нереально долго. Нори сейчас у нас ее, надеюсь, сможет поставить. Так, водичку принес. Bottled water. Они хотят спать. Так, ну нам нужно поставить кровати в любом случае, поэтому... Я бы хотела вот здесь... Они собирать вот это все убирать не хотят, я так понимаю. Ладно, давайте отменим вот эти сборы. Так. А нам вообще надо, наверное, указать who is who. Кто тут что будет делать? Значит, storage not allocated. Давайте мы сюда, наверное, будем минеральные ресурсы сюда размещать. Так, сейчас они вот здесь уберут. И нам бы желательно с вами действительно парочку кроватей. Значит, кот. Давай вот тут один кот. Потом нам бы как-то... Смотрите, у нас тут, по-моему, еще стенки, эти двери были. Дверь вот... Можно поставить двери... Смотрите, через одну будет дверь. И потом у нас здесь, смотрите, получается раз клеточка, два, три, значит, две и... Все, поняла. Давайте поставим еще один вот так. Я надеюсь, что нам ресурсов хватит. Такс, кровать есть. Сейчас посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Так, ставим, ставим, ставим. Вообще, как тут дверь будет смотреться? Блин, они устают очень быстро. Значит, чей это будет кот? Давайте для девочки. Ну, Сибил пусть будет. Мы же с вами не настолько жестокие. Так, дверь у нас есть. Я надеюсь, что, может, дверь будет нам как-то... Нори пусть здесь будет спать. Я просто надеюсь, что, может, дверь как-то будет помогать, ну, от храпа им, что ли. Хотя я понимаю, что такая вот хлипкая пневматическая дверь, она особо нам много чего здесь не даст. Так, копаем дальше. Вот сюда нужно еще прокопаться. Так, давайте, ребят, я в вас верю. Так, чего у нас тут не хватает? Mill lice. Ага, нам не хватает тут. Cancel. Давайте уберем вот это все. А может быть, маш-бар мы можем сделать? Не? А вот эту штуковину? Нам уже, наверное, просто ресурсов не хватает. Так, да, синхронно на английском, конечно, все здесь переводить крайне сложно. Блин, он хочет спать. Я понимаю, что ты хочешь спать. Так, нам это нужно, значит, здесь еще тайлзы разместить. Вот так, давайте выберем. У нас есть еще материал? Да, у нас материалов тут полным-полно. Это тоже прокопаем. Значит, в туалете этот сидит. Этот у нас водичку добывает, но у нас часть воды, к сожалению, упала. У нас часть воды упала, но зато у нас теперь есть батарейка. Поэтому наши ребята не должны крутить, ну как мне объяснили зрители, что, мол, вот эту штуковину можно не ставить, генератор, если у нас есть батарея. Килоджоули? 5,3 килоджоули есть, ну хорошо. Хотя килоджоули это, по-моему, работы. Работа же в джоулях, по-моему, если мне не изменяет мои знания по физике. Так, устали, я понимаю, что вы устали, ребят. Сейчас все будет, не переживайте.
Значит, нам нужен еще один код. Блин, уйди. Вот здесь давайте один код. И тут мы с вами поставим одну дверь. Нам, знаете, чего еще бы я разместила? Я бы разместила здесь, наверное, еще лестницу между этажами, потому что как-то они у нас так бегают туда-сюда. Только вот куда бы ее разместить? Давайте, может быть, вот так? А, нельзя, да? Печалькин. Демолиш, давайте тогда вот это уберем. И вот эту штуковину уберем. Угу. Спать они хотят уже, я вижу. Так. Разрушаем. Разрушим, я лучше новую размещу. Новую для еды. Ту самую... Ну, сторидж для еды, короче, вы поняли. Так, давайте базу. Значит, нам нужно вот так сделать. То есть, чтобы у нас несколько подъемов, в принципе, было. Так. Это у нас получается проход в спальню. Отлично. Смотрите, прорыли. Нам последнее, ребят, нам последний этап спальни остался. Ну, вот здесь надо еще сделать, ребят, пожалуйста. Доройтесь. Ну не ложите пока спать, у нас только 3 кровати, а вас 4. Я же не могу допустить, чтобы не все выспались. Блин, у нас цикл почти подошел 5 к концу. О, все, ребятки, furniture, теперь мы можем поставить кот. А нет, пока не можем. Мы можем вот здесь бы поставить, когда они тут все дороют. Так, ребята. О, все. Не, нельзя? Давай, ставь. Вот, теперь можно. Так, значит, где чья? Давайте вот это лонгви будет, а вот та крайняя будет... Не-не-не, тут ничего делать не надо. Так, все, пошли с... Блин, они не доделали. Пожалуйста, доделайте, ребята. Черт. Они, интересно, смогут вот на таком расстоянии спать? А куда вы пошли? Кислорода мало. Ой, ребят, у нас мало кислорода. Черт! Может быть, пойдите кто-нибудь покрутить этот самый? У нас не хватает водоросли. Блин, они все упали. Сейчас я боюсь, что нам будет очень плохо. Так, ребят, сейчас быстро думаем. Нам не хватает водоросли. Может, нам батарею здесь разместить? Хотя нет. А, мы раз... Все, друзья, поняла. Wire мы... Вот так сделать надо. Надо соединить. Черт, кислород. Совсем не заметили. Не, конечно, вот так играть сложновато с первого раза во всем разобраться. Ну ничего, друзья, мы с вами разберемся. На ошибках, как говорится, учится. Так, давайте ускоримся. Кислорода мало. Я понимаю, что мало. Можно уже утро, пожалуйста? Так, все, бегом. Сейчас нам нужно эти провода закончить. Так, быстро делаем. Сейчас кровать. Все, поставили, молодцы. Так, значит, эта кровать у нас будет Вёрджила. Я так понимаю, что они теперь не храпели друг другу, и теперь у нас было все в норме. Все, заработал. Ура, друзья мои, заработал. Так, ну смотрите, теперь нам нужно с вами что? Нам бы сейчас желательно сторидж... Ага, пошли собирать всякие ништяки и заполнять сторидж наш. Так, вот это нам нужно отменить, потому что у нас это висит как в заданиях, но сюда нас никто залезть не сможет. Значит, это у нас что? Нам нужен еще один сторидж, как минимум. Давайте, может быть, вот это фертилайзер? Прикольно. Можем даже фертилайзер иметь. Сторидж, давайте еще один сторидж тут поставим. Слава богу, что мы с вами кислородом сделали. Так, и нам нужна еда, друзья. Нам нужна еда. Значит, stations, medicine, plumbing, food. Давайте-ка, наверное, ration box'ом еще один поставим. Только где бы его... Блин, ration box. Давайте вот здесь разместим. Пусть будет. Так, значит, мы поставили еще один storage, и теперь нам нужно решить, что у нас тут будет. Soil, organic, seed, filtration, consumable. Давайте для всего. Пусть это такое вот будет общего характера. Так, пошли кушать. У нас тут есть еще что покушать. Это не может не радовать. Ух ты! Так. О, смотрите, как только мы разместили для всего, скажем так, то у нас как раз получилось необходимое... мы смогли добывать с вами другие ресурсы. Так, давайте, может быть, вот это добудем, потому что тут есть водоросли. А водоросли, как вы видите, нам нужны для нашего кислородной очищалки. Так. Прикольно они так делают, знаете, через этот самый...
Знаете, вот эту дырку не хочу заделывать, а то у нас опять что-нибудь отвалится, и будет опять полная беда-печаль. Это что у нас такое? Оксилит? Нам можно еще металл добыть, в принципе. Но нам нужна еще и вода, как вы знаете. Вот, давайте посмотрим, что нам микроб. Так, значит, миллайс. Нам нужен миллайс фабрикейт. Так. А если мы вот так сделаем? Не, мы не то делаем? Окей. Значит, нам миллайс нужен. Миллайс. А мы ничего выращивать все еще не можем, да? Нет, пока что ничего, но нам, смотрите, у нас вот здесь полным-полно растений. Где-то, по-моему, я еще их видел. Вот здесь у нас много растений. А что это такое? Милвуд. А знаете, что бы я сделала? Раз тут у нас есть проходец, может быть, давайте здесь... Что такое? А, в туалет. У нас, кстати, нет особо большого количества туалетов. А у нас, кстати, туалеты надо чистить, насколько я помню. Clean toilet. Надо будет его почистить. О-о-о. Так, значит, ништяки они у нас собирают. Что у нас тут есть полезного? У нас тут есть все, что нам необходимо. Значит, я хочу спуститься вниз каким-то чудом. Надо отменить вот этот сбор воды пока что. Я хочу прокопать вниз. Вот здесь сделать спуск. Вот сюда. И вот сюда. Посмотреть, что у нас тут будет интересно. Пошел Вёрджил в этом самом тут чистить туалеты. Так я бы и этот почистила. И это, наверное, давайте clean. Угу. Out of order requires emptying. Пусть чистит. Так, они у нас здесь пошли колупаться. Значит, они-то у нас пошли колупаться, но нам здесь в любом случае нужно будет построить с вами лестницу. Flower ways ladder. Вот так нужно будет. Только вот это надо отменить. Cancel. Вот это мы отменяем с вами. Вот так хотя бы. Хотя нет, пусть тут ледер как раз будет. Ставим? Да, ставим, отлично. Нам бы желательно с вами еще и лабораторию поставить. Ой, много чего мы тут можем с вами построить. Значит, нам ресурсов, как я поняла, не хватает, да? Мушбар. Мушбар ты тоже не хочешь делать, правильно? Или можешь? О, а мушбар мы можем теперь делать. Так, заряд батареи. Ну, у нас все убежали. А мне нужен еще, мне бы еще одного чувачка бы здесь не хватало. Так, у нас есть 5 сидов, но, как вы видите, они особо ничего здесь сажать не хотят. Flower ways. Plant. Ну, у нас получается почему-то только вот это мы можем посадить. Но у нас тут бриар сида нету. Ладно, нет так нет. Так, нам нужно, наверное... No fabrication cute. Понятно. Значит, нам машбар. Ну, давайте сделаем много машбаров. Ой, Нори, аккуратно, пожалуйста. Это машбар? 1000 калорий. Фу. Это ужасно. Вы туалет почистили? Да. Так, этот водичку все еще собирает. А, это барышня, Сибил собирает. Сибил собирает водичку, этот пошел у нас тут заниматься. Значит, что нам с вами... Что это за звуки? Я не люблю такие стрёмные звуки. Нам бы с вами еще, наверное, потолок вот... Я бы вот так сделала. Правда, не знаю, здесь они, наверное, не смогут чего сделать. И вот так. Я хочу, чтобы наша... Не-не-не-не, вот это отменить нужно. Чтобы наша база была все-таки... Ну, будет у нас один провод торчать. Чтобы наша база была уже походила на какую-то базу. Слушайте, а мы... Куда нам этот митлоф можно девать? Нам нужно типа холодильника, что ли? Машбар... А, не митлоф. Been used masher. И что с тобой делать-то? Так, unbreathable. Какой unbreathable? Чем unbreathable быть? Unrefrigerated, fresh. Но он у нас не в холодильнике, я понимаю. У нас тут рефриджератор есть. Plantar box. А у нас нету plantar box'а. Так, food. Давайте смотреть. О, сейчас тут появится, друзья мои. Choose a duplicate. Давайте выберем кого-нибудь. Значит, scientist, bodybuilder и artist. Small bladder, biohazard. Biohazard. Нарколептик. Может уснуть в любое время. Давайте, наверное, лучше такую сделаем. Diver's Lungs. А этот у нас какой? Uncultured. И Greasy Monkey. Ага. Он хорошо лазит, получается. Давайте, давай Брайнен возьмем. Не знаю, мне что-то хочется Брайнен. Давайте, принт. Привет, Брайнен. Ну, ничего страшного, если ты будешь засыпать посреди дороги. Мы тебе простим. Так, значит, здесь у нас типа спальни что-то получается, но нам, чтобы разместить Брайнен, нам придется здесь еще прорыть.
Вот так, наверное. Потому что мы с вами поставим еще одну дверь. Нам, кстати, нужно будет еще вот здесь тайлзы. Оп. Поставить. Чтобы у нас тут действительно все походило уже на конкретную комнату. Так, ты бежишь, бежишь, бежишь. Чем ты вообще занят? Ништяки всякие собираешь? Блин, а у нас тут, получается, наши сториджи еще не до конца. Cultivated soil. Ага. Raw минералы. Органик. Фертилайзер. Земля. Filtration. Sand. Ага, здесь все, что мы можем здесь разместить. Cultivated soil. А что у нас в сойле? Ну, понятно. Сырые минералы. Ну, в общем, в принципе, все, что мы можем с вами сейчас собрать. Я понимаю, что плохо. Так, здесь вы строите пока что. Здесь пока, я смотрю, никто не особо не собирается заниматься нашей постройкой. Так, ты устал. Я понимаю, что ты устал. Надо что-то с этим машбаром сделать. Фабрикейт. Ага, во, мы вот так сделаем. Оно будет, пока у нас есть ресурсы, оно будет нам производить вот эти ништяки. Так, рейшн бокс у нас еще есть. Все в наличии, тут ноль. Тут, правда, тоже ноль. А мы вот эту штуковину не можем сюда переместить, не? Так, movement controls, это мы и так знаем. Так, inedible, смотрите, то есть что с ним можно здесь делать? Его можно кушать. Preferable to starvation, but only just barely. Немножко, да, можно. Но я понимаю, что это не самая вкусная еда. Такая себе едишка. Этот, я смотрю, у нас... А, Брайнен, наша новенькая, водичку носит. Ну, спасибо. Нам бы вот сюда еще проход дорыть, чтобы мы могли пособирать вот эти все растения. И вообще, я потом сюда бы хотела спуститься. И здесь у нас растения прикольные, и тут водичка. Стоп, я здесь кровать разместила? А почему? Почему у меня тут кровать стала? Нет, мне здесь кровать точно не нужна. Так, Сибил, выходи. Выходи, Сибил, иди. Копай дальше. О, все пошли. Блин, нам для Брайнен не хватило кровати. Прости, Брайнен. Тебе придется где-то на земле спать. А где Брайнен? А, Брайнен на земле. Так, ну, знаете, в принципе, мы с вами неплохо так продвигаемся. То есть у нас частично спальня уже построена. Ну так, частично. Один уровень спальни, потому что я понимаю, что... Куда он побежал? Что случилось? Что с тобой такое? Dirty hands, grimy. Ага, holding breath. Это, наверное, из-за того, что ты плохо спишь? Нам, наверное, здесь нужно будет кислородную точку разместить. Поэтому мы сейчас здесь достроим. Знаете, я бы брала вот этот, вот эту штуковину, Flower Ways. И здесь лучше я бы разместила этот самый кислород дополнительный. Еще одну эту помпу. Так. Убираем. Молодцы. Так, отлично, мы убрали. Значит, кислородный, я хочу еще вот этот диоксидайзер разместить. Значит, давайте вот сюда. И нам, я так понимаю, что нужно будет его подсоединить, правильно? Ну, пусть нам они пока что это построят все. Так. Слушайте, а где можно помыться-то? Oxygen plumbing. Outhouse, но это пока что мы сами еще ничего не открыли. Нам нужно research station в любом случае разместить. А я вот думаю, может нам research station здесь возле воды? Хотя нет, я бы здесь, наверное, построила клумбу, когда у нас не клумбу, а для роста различных растений. Значит, нам вот это сейчас все нужно вырыть. Ага, сейчас они у нас поставят. Для водорослей, чтобы водоросли у нас перерабатывались в кислород. Так. Знаете, более-менее начинаем с вами заправляться. Что, тебя тошнит, что ли? Чего тебя тошнит? Кислорода мало. Ну, ты понимаешь, ты бы доделала, и было бы много кислорода. Слушайте, а что у нас с аутхаусом? Что-то он какой-то у нас вонючий, вам не кажется? Класс, у нас здесь стоит холодильник, и тут у нас же рядом туалет. Прекрасненько. Так. Работает. Хорошо, что работает. Прекрасненько. Так, ребят, достройте, пожалуйста, эту кислородную штуковину. Я вас очень сильно прошу. Нам нужен кислород, как вы понимаете. Так, есть. Теперь нам нужно все это соединить, соединить пауэром. Electric wire. Ха-ха. Хе-хе. А как мы это можем... Вот так давайте сделаем. Стоп. А если мы... Блин. Не-не-не-не-не-не-не, cancel. Давайте сейчас паузу выберем. Значит, я бы хотела взять electric wire.
почему нельзя? Значит, хорошо, давайте сделаем cancel. Окей. Electric wire. Мы, наверное, по этим уровням не можем, что ли? О, так можно. Нет? А почему нет? Слушайте, а почему она упала? Ладно, давайте проверим. Получится у нас или не получится? Отжимаем. Честно говоря, что-то не поняла, почему мы не можем подключить его таким образом. Но, может, сейчас получится. Мы просто пока в значках с вами не разобрались. Так, ну что? Делаем, делаем, делаем. Да, нам нужно будет еще меди, я так понимаю, для наших проводов. Ну? Кто-нибудь будет заканчивать? Я уже как в Симсах, знаете, нажимаю на эти ускорения. Так-с. Ну что, достройте, пожалуйста. О! Вдвоем отлично. Так, поставили? Все, работает? А в чем не так, waiting? А, вы этот, водоросли ждет. Нам же нужно водоросли сюда принести. Хорошо. Но я бы хотел, чтобы все-таки вот здесь у нас закончили наши ребята дела. Так, нам здесь нужно будет выкопать, понятно. Давайте отменим пока вот эту часть. Так, смотрим, смотрим, тайл. Это они доставили, достроили. А, они пришли сюда ставить. Но я бы хотела, чтобы вот эта часть у нас была первоосновной, скажем так. Depending. Эти бегают, ребята, хорошо. По-моему, каждые 3 цикла, ребят, или каждые 2, или каждые 3 цикла нам будут давать нового нашего дупликанта. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Беги, чувак. Все такие щечки няшные. Так, ставим. Ну, то есть мы здесь, знаете, делаем конкретно такое же убежище, скажем так. Водичку носим. Кислорода мало. Так мы же вроде поставили с вами кислородную штуковину. Ага, пошли, пошли, давайте. Нам нужно еще одну, ту самую кроватку разместить. Они как-то, знаете, странно так вот работают, то есть то они за одну часть берут с работы, то за другую часть. Эту они еще... А, ну тут они вообще, я так понимаю, ничего сделать не могут пока. Тут добраться просто нереально. Ладненько. Смотрим. Ага, все, сделали. Сделали, и сейчас нам нужно будет вот здесь пол выстроить. Бейс. Тайлзы. Давайте вот так тайлзы разместим. Пожалуйста, разместите их, чтобы здесь кто-нибудь еще спать мог. Так. Мне кажется, что, может быть, тут все-таки эти двери решают. Я не уверена. Наверное, в них есть какой-то смысл. Слушайте, у нас сюда вода прошла. У нас вода затекает. Да ладно. У нас вода растеклась. Ой, ребят, это, наверное, не очень хорошо. Нас, надеюсь, же здесь не затопит. Слушайте, а что с тобой такое? Диарея. О, у тебя и сон прервали, и диарея началась. Но зато они здесь могут эту воду добывать. Наверное, в этом есть какой-то плюс. Нам в любом случае нужна будет новая кровать. Нам нужна новая кроватка. Так, ну они тут потихоньку, как видите, материалы собирают, все, что у нас тут валяется. Что с тобой такое? Тебе совсем плохо как-то, да? Голодная. Ну, идите покушайте, у нас, по-моему, еда есть как раз. Так. Смотрите-ка, значит, мы сейчас с вами здесь поставим дверь. Бейс. Тип у нас одни вылазят. Значит, давайте вот тут-чки мы поставим с вами дверь. А тут нужно будет еще один код. Поэтому давайте-ка отменять все вокруг. Блин, мне не нравится этот звук, что у нас здесь конкретно вода растекается. Вот это плохо. Я не думала, что у нас тут она будет просачиваться. Так, ребятки, вы покушали, и, пожалуйста, давайте на стройку отправляться. Надо тут все нам с вами сейчас достроить. Вода. Посмотрите, сколько здесь у нас воды. Сломался, что ли? А, нет. Господи, я думала, что он у нас уже сломался. А этот сторич у нас уже, кстати, заполнен. Raw Mineral. Ну, хорошо, значит, у нас с сырыми минералами у нас нет проблемы. Ребята, кто-нибудь не хочет тут дверь мне построить? Вот девяточку, пожалуйста. Это очень важно. Нам, кстати... А у нас же есть точка Medical Code. Unassigned. А, так давайте, кто у нас? Сибил, по-моему, был этот самый. Regeneration. Давайте ее сделаем. Medical Code. Она у нас, по-моему, была ученым. Хотя бы пока что здесь будет... О!
Смотрите, лежит, отдыхает такая вся из себя перевязанная. Чё-то мне грустно стало. Sleeping. Ну, пусть отдохнет пока что. Так, нам вот это нужно закончить. Нам нужно срочно вот есть... Мы сейчас можем дигнуть и все это, блин. Мне не нравится, что у нас тут какой-то зеленый газ, знаете, валит. Что, еще кого-то можно взять, не? Блин, я думала, уже кого-то можно еще здесь нанять. Чалька. Так, ну что? Чувак, бегом, пожалуйста, добывай. Блин, не смог. Нам вот эти нужно убрать всего лишь две части. И все, и у нас тогда, по крайней мере, для тех двеллеров вот этих наших, которые есть, у нас будет закончен... Этаж, по крайней мере, мы поставим им все кроватки. И также я хочу вот эту часть убрать в следующей серии. И мы с вами поставим уже стейшнзы. Мы с вами сможем поставить research station, чтобы они у нас всякие эти исследования проводили. И еще одни у нас intermediate, ага, то есть более сложные какие-то исследования. Ой, ребята, они упали просто спать. У вас же есть кроватки. Ложитесь спать на кроватке. Пола нет. Ну, понятное дело, что у нас здесь нет пола, потому что его никто не поставил. Так, друзья мои, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, потому что я думаю, что пора нам взять перерывчик. Она у нас не очень большая получилась, но, в принципе, мне кажется, довольно интересная. Мы с вами увеличиваем нашу колонию. Мы уже с вами обстраиваем тут все в этажах. У нас тут уже и кроватки есть, и целых 5 ребят, которые работают, не покладая рук. Как видите, много чего уже успели построить. И я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если вам нравится эта игрушка, не забывайте ставить лайк и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Большое спасибо, что были вместе со мной. Всем удачи и добра. Пока-пока.